Ресурсный класс – новая для нашего региона образовательная модель. В ее рамках детям с аутизмом и другими ментальными нарушениями помогают быстрее адаптироваться в школе и реализовать себя. Все обучение будет построено на научно доказанных методиках. Это ABA-терапия, это система пирамидального подхода, это система альтернативной коммуникации ПЭКС. Специалистов для работы в пензенских ресурсных классах подготовил Приволжский исследовательский медицинский институт Нижнего Новгорода. Большая работа велась и в самих кабинетах. Одной из особенностей стала закупка оборудования для занятий адаптивной физкультурой. К счастью, в нашей школе есть площади, которые позволили преобразовать кабинеты учебные под ресурсные классы. И в настоящее время у нас открываются два ресурсных класса для первого и для детей первого и четвертого класса. Ребенок очень хочет учиться. Он с нетерпением ждал 1 сентября, когда он пойдет в школу. Сказал, что буду носить пятерки каждый день мама. Всего в ресурсном классе начали обучение 14 школьников. В дальнейшем работа по внедрению подобных образовательных моделей и подготовке специалистов будет продолжена.